Приветствую, дорогие друзья, с вами Стэн Лош, и хочу показать, как же ж долго я добирался до этого. А мне... Чё? А мне нар... Хладовей. Это было очень далеко, я вам скажу. Пришлось тут пройти целую гряду вот этих всяких... Ну, в общем, вы поняли, не буду выражаться, чтобы до него дойти. Потом, когда я выйду отсюда, покажу, как зайти еще разочек. Я вам советую с уровня так 39-40 сюда зайти в одиночку, ну или группой с 35-го. Вот, смотрите, здесь нужно найти курганы двушкурых. Тут будет такие заросли из колючек, и в самом конце на юге будет вот такой вот вход в виде пасти. И в эту пасть идете, 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 там далеко по коридору все время. Держитесь правой стороны, и будет у нас вход в подземелье. И в том подземелье тоже так же. Все время правой стороны держаться нужно. И вы выйдете на гору, там будет нужный нам моб. Но до него еще нужно добраться. Там очень много всяких прислужников, всяких чмобиков. Думаю, понятно объяснил. Вот он, кстати, этот вход. Я же повторюсь еще раз, нужно иметь хотя бы 35 уровень и команду из 2-3 человек желательно. Сюда не идем, тут ничего нету. И вот все время вот по этому узкому проходу идете, идете, идете и попадаете на самый верх горы. И там будет наш босс. Все, всем спасибо. Выпрыгнул, в общем, на эту гору в подземелье. Пройдя бесконечное количество мобиков. Вот это вот все по кругу. Я так шел, шел, шел. Очень долго и нудно. Думал уже, если в конце никого не будет, то мне нужен. Выключу, плюну. Вообще сколько тише. Ну вот так вот их по 4, по 5 сразу нападает. Так, зайдите сюда. Все нужно держаться правой стороны, когда вы пойдете в нужное место именно на этот пик горы. В принципе, всем спасибо за просмотр. Кому было полезно, ставьте лайки. Пока.